Вы знаете, я могу похвастаться, я замкадыш. Я живу на природе, меня все устраивает. Поэтому, если в принципе представить, что приехал ты, нет Москвы, что остается жить? Главное, чтобы родные и близкие были рядышком. Я часто задаю себе вопрос, а вот бы оказаться на необитаемом острове, и чего бы мне там не хватало? Так вот, в принципе, кроме родных, я не назову ни одной такой вещи, к чему бы я была так привязана. Поэтому главное, чтобы любимые были рядом.